Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать красивую шапочку с оригинальным узором. Выполнение нашего изделия мы условно разделим на две части. Сначала нам необходимо будет связать основное полотно, это ровная часть, а затем приступить к выполнению донышка. Для работы нам потребуются спицы, моточек пряжи, ножницы и иголочка для сборки. Приступаем к выполнению. Нам необходимо классическим набором набрать 100 петель. Приступаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Итак, мы набираем 100 петель. Мы набрали необходимое количество, это 100 петель. И хочу отметить, что данный головной убор подойдет на объем головы 56-58 сантиметров. И сейчас мы приступаем к выполнению первого ряда. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее провязываем следующим образом. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, снова 1 лицевая, 1 изнаночная. И так мы с вами чередуем, выполняем лицевую петлю, затем изнаночную, лицевую, изнаночную. И так мы провязываем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение первого ряда. Довязываем 1 лицевая, 1 изнаночная, снова 1 лицевая, 1 изнаночная. И кромочную в конце ряда мы выполняем изнаночной петлей. Первый ряд мы выполнили, работу переворачиваем. Кромочную петлю в начале ряда мы снимаем, не провязывая. И далее вяжем следующим образом. Выполняем 1 лицевую петлю. Следующую изнаночную петлю нам необходимо будет снять не провязанной вместе с накидом. Сначала мы выполняем накид вот таким образом. Рабочая ниточка у нас перед работой. Захватываем изнаночную петлю за переднюю стеночку. И снимаем вместе с накидом. Затем провязываем лицевую. Снова выполняем накид. И следующую изнаночную петлю снимаем, не провязывая вместе с накидом. Далее лицевая. Выполняем накид. И захватываем изнаночную петлю за переднюю стеночку. Рабочая нить перед работой. И снимаем, не провязывая. И так чередуем. 1 лицевая, затем выполняем накид, захватываем нашу изнаночную петлю и переснимаем с левой спицы на правую. Лицевая, изнаночную снимаем с накидом. Лицевая, изнаночную снимаем с накидом. И так мы провязываем до конца ряда. Мы довязываем второй ряд. И продолжаем чередовать. Выполняем 1 лицевую, затем накид и изнаночную снимаем, не провязывая. Затем снова лицевая, выполняем накид и изнаночную снимаем, не провязывая. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Второй ряд мы закончили, работу переворачиваем. В следующем ряду вяжем таким образом. Кромочную снимаем, затем выполняем 1 лицевую за переднюю стенку петли, затем снова выполняем накид и нашу изнаночную петлю с уже ранее выполненным накидом мы также должны снять, не провязывая. При этом рабочая ниточка перед работой. Мы захватываем нашу изнаночную петлю вместе с накидом и переснимаем. Получается вот наша изнаночная и 2 накида.
Затем снова лицевая петля за переднюю стенку. Выполняем накид и изнаночную петлю с ранее выполненным накидом мы снимаем, не провязывая. Вот таким образом получается 2 накида и изнаночная петля. И так продолжаем. 1 лицевая за переднюю стеночку, затем накид, рабочая ниточка перед работой. Мы захватываем нашу изнаночную петлю с накидом и переносим с левой спицы на правую. Вот так получается. Далее снова 1 лицевая, накид и переснимаем. Лицевая, накид и изнаночную с накидом переснимаем. И так мы чередуем до конца ряда. Мы заканчиваем ряд и довязываем. Выполняем 1 лицевая за переднюю стенку, затем накид и изнаночную петлю с накидом снимаем. Снова лицевая за переднюю стенку, затем накид и снимаем изнаночную петлю с накидом. И кромочную в конце ряда мы выполняем изнаночной петлей. Мы провязали еще один ряд, работу переворачиваем. В этом ряду вяжем следующим образом. Кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 1 лицевую за переднюю стенку. Вот таким образом. И дальше у нас на спице вот наши 2 накида и изнаночная петля. Мы 2 накида вместе с изнаночной петлей должны все вместе провязать как изнаночную. Рабочая ниточка перед работой. Захватываем 2 накида и нашу изнаночную петлю и провязываем все вместе. Далее снова 1 лицевая за переднюю стеночку. И снова наши 2 накида и изнаночная петля. Все вместе мы выполняем изнаночной петлей. Провязали. Далее снова 1 лицевая за переднюю стенку. Рабочая нить перед работой. Мы захватываем изнаночную петлю и 2 накида и выполняем 1 изнаночную. 1 лицевая. Затем выполняем изнаночную, захватывая 2 накида и изнаночную петлю. И так чередуем. 1 лицевая за переднюю стеночку и затем 2 накида и изнаночная петля провязываются вместе изнаночной. 1 лицевая и 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так мы чередуем до конца ряда. Мы довязываем 4-й ряд узора и продолжаем выполнять чередование. 1 лицевая за переднюю стенку, далее 2 накида с изнаночной петлей мы провязываем вместе как изнаночная. Затем снова лицевая за переднюю стенку, следующая петля изнаночная. Захватываем 2 накида и ранее выполненную изнаночную петлю. Кромочную в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. 4-й ряд мы провязали. Работу переворачиваем. Вот уже хорошо видно, просматривается наш рисунок. В 5-м ряду выполняем следующим образом. Кромочную снимаем и далее вяжем. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так чередуем. 1 лицевая, дальше по рисунку 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы провязываем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение 5-го ряда и продолжаем провязывать. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная.
и кромочную в конце, как обычно, провязываем изнаночной петлей. Вот так красиво уже смотрится наше полотно. Работу мы переворачиваем и приступаем к выполнению шестого ряда. Кромочную петлю мы снимаем и выполняем чередование. Одна лицевая над лицевой петлей, над изнаночной провязываем изнаночную. Далее снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Над лицевой петлей лицевая, над изнаночной изнаночная. И так мы чередуем до конца ряда. Мы заканчиваем шестой ряд и провязываем, чередуя. Одна изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. Заканчиваем ряд изнаночной петлей и кромочную в конце выполняем изнаночной. Ряд мы закончили. Работу переворачиваем. Сейчас мы с вами провязали в высоту один раппорт нашего узора. И следующий седьмой ряд – это первый ряд второго раппорта. И хочу обратить ваше внимание на то, что первый ряд первого раппорта мы вязали, чередуя одну лицевую за переднюю стенку, одну изнаночную. Во втором раппорте первый ряд мы будем провязывать следующим образом. Кромочную мы снимаем и будем вязать лицевую за заднюю стенку, затем одну изнаночную. Лицевую за заднюю стенку, одну изнаночную. Лицевая, изнаночная. То есть первый ряд второго раппорта и все последующие раппорты будем провязывать именно так. Лицевая за заднюю стенку, затем изнаночная. В первом ряду нашего полотна мы провязали иначе, для того, чтобы петли не получились скрещенными. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Я напомню, мы вывязываем седьмой ряд. Это первый ряд второго раппорта. Так продолжаем до конца ряда. Довязываем седьмой ряд, чередуя одну лицевую, одну изнаночную. Лицевая за заднюю стенку, обратите внимание, и изнаночная. Кромочная в конце ряда выполняется изнаночной петлей. Работу переворачиваем и выполняем восьмой ряд. Кромочную снимаем, затем выполняем одну лицевую петлю, далее выполняем накид. И следующую петлю изнаночную снимаем вместе с накидом. Затем снова лицевая. И изнаночную петлю снимаем вместе с накидом. Рабочая ниточка перед работой. Снова лицевая. И снимаем изнаночную, не провязывая. Лицевая. И снимаем. Лицевая. Снимаем, не провязывая. И так мы чередуем до конца ряда. Восьмой ряд мы выполняем как второй. Заканчиваем восьмой ряд, провязываем лицевую, а изнаночную с накидом снимаем. Лицевая, изнаночную с накидом снимаем. А кромочную выполняем изнаночной петлей. Ряд закончили. Работу переворачиваем. В девятом ряду вяжем следующим образом. Кромочную снимаем. Далее выполняем лицевую за переднюю стенку. Затем снова выполняем накид. И изнаночную петлю с накидом необходимо снять. Захватываем и снимаем. И далее чередуем. Одна лицевая за переднюю стенку. Затем накид и ранее выполненную изнаночную петлю вместе с накидом снимаем, не провязывая. Лицевая. Петлю с накидом сняли. Лицевая. Выполнили еще один накид. И петлю с накидом сняли. Лицевая за переднюю стеночку, обратите внимание. И следующую петлю
снимаем. При этом у нас уже два накида. И так мы провязываем до конца ряда. Мы довязываем 9 ряд и выполняем лицевая за переднюю стенку, затем накид и следующую изнаночную петлю с накидом снимаем, не провязывая. Снова лицевая за переднюю стенку, накид и следующую петлю с накидом снимаем, не провязывая. Еще одна лицевая и заканчиваем ряд. Мы снимаем нашу изнаночную петлю с накидом. В конце ряда кромочную провязываем изнаночной петлей. Ряд мы закончили, работу переворачиваем. Кромочную снимаем и в 10 ряду вяжем следующим образом. Лицевая за переднюю стенку, затем рабочую нить переносим перед работой и наши два накида и изнаночную петлю провязываем вместе, как изнаночную. Выполнили. Затем снова лицевая за переднюю стенку и следующие два накида и изнаночную петлю захватываем и провязываем как изнаночную. Лицевая за переднюю стенку, два накида и изнаночную провязываем изнаночной. И так мы чередуем до конца ряда. Мы довязываем 10 ряд. Выполняем лицевая за переднюю стенку, а петлю с двумя накидами выполняем изнаночной. Снова лицевая за переднюю стенку и провязываем оставшуюся изнаночную петлю с двумя накидами изнаночной. И кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Ряд мы закончили, работу переворачиваем. В 11 ряду вяжем следующим образом. Кромочную снимаем и дальше чередуем. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Мы заканчиваем 11 ряд. Выполняем 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочную в конце выполняем изнаночной петлей. Работу переворачиваем. В 12 ряду вяжем так, кромочную снимаем и далее по рисунку над лицевой петлю лицевая, над изнаночной изнаночная. Чередуем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так продолжаем вязать до конца ряда. Мы довязываем второй раппорт нашего узора. Заканчиваем 12 ряд. Провязываем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Работу мы переворачиваем. И давайте посмотрим, как выглядит наше полотно. Вот так сейчас выглядит наш узор. Мы с вами в высоту выполнили 2 раппорта. И далее необходимо вязать ровным полотном, выполнив еще 3 таких же раппорта. То есть в нашем случае в ровной части шапки будет 5 раппортов. Повторять вам необходимо с 7 по 12 ряд. Мы закончили выполнение ровной части нашей шапочки. Я напомню, что мы провязали в высоту 5 раппортов. И давайте посмотрим, какой высоты полотно у нас получилось. Вот. Ровная часть получилась высотой 12 сантиметров. Если вы выполнили ровную часть и у вас недостаточно количества сантиметров, значит вы продолжаете работу и выполняете еще один раппорт нашего узора. И сейчас мы приступим к выполнению донышка. Само донышко мы будем выполнять изнаночной гладью.
То есть в лицевых рядах мы будем все петли провязывать изнаночными, а в изнаночных лицевыми. Выполняем первый ряд донышко. Кромочную снимаем и провязываем ряд изнаночных петель. Мы провязываем в первом ряду нашего донышка все петли изнаночными до конца ряда. Мы довязываем ряд изнаночных петель. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Работу переворачиваем. И в изнаночных рядах все петли мы будем провязывать лицевыми. Кромочную снимаем и далее выполняем ряд лицевых петель. Я повторю, что мы перешли на выполнение изнаночной глади. И так провязываем до конца ряда. Мы довязываем второй ряд нашего донышка и провязываем все петли лицевыми. Кромочную в конце ряда выполняем, как и ранее, изнаночной петлей. Работу мы переворачиваем. И сейчас нам необходимо будет разделить работу на 10 клиньев. У нас в полотне набрано 100 петель. То есть в каждом клине у нас будет по 10 петель. Кромочные будут всчитываться в первый и последний клин. И в конце каждого клина при провязывании каждого лицевого ряда мы будем делать убавление. Вот первые 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первого клина. Если вам сложно будет просчитывать, вам необходимо будет само полотно разделить на 10 клиньев, пометить то ли специальными маркерами, то ли какой-то контрастной ниточкой. Я все убавления буду просчитывать. Приступаем. Кромочная петля первого клина, это первая петля. Затем провязываем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую. Как ранее я уже говорила, в конце каждого клина мы будем убавлять по одной петле. Для этого 9 и 10 петля первого клина провязывается вместе изнаночной петлей. У нас сейчас на правой спице 9 петель, то есть мы сократили одну петлю в первом клине. Считаем дальше. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Мы провязали 8 петель второго клина. Следующую, девятую и десятую петлю, точно так же провязываем вместе изнаночной петлей. Выполнили еще одно сокращение. Продолжаем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Это 8 петель следующего нашего третьего клина. Девятую и десятую провязываем вместе изнаночной. Далее первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая петля провязаны. Как и ранее, следующие две, это 9 и 10 в четвертом клине, провязываются вместе изнаночной петлей. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 и 10 провязываются вместе. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующих 2, 9, 10 провязываются вместе изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующих 2 снова вместе. И продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующих 2, 9, 10 выполняем вместе изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующих 2, 9, 10 выполняем вместе. И у нас остается 10 петель последнего клина. И вяжем точно так же. Выполняем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую. А кромочную петлю и предпоследнюю петлю нашего полотна мы провязываем вместе изнаночной петлей. Первый ряд с убавлениями мы с вами выполнили. И в данном ряду мы с вами убавили 10 петель по одной петле в конце каждого клина. Теперь работу мы переворачиваем. И в изнаночных рядах все петли мы провязываем лицевыми. Кромочную снимаем и выполняем ряд лицевых петель до конца ряда. Мы довязываем изнаночный ряд и провязываем все петли лицевыми до конца ряда. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Теперь работу мы переворачиваем. Я напомню, что в каждом лицевом ряду, в каждом клине, в конце каждого клина мы делаем с вами убавление. Сейчас у нас в каждом клине уже по 9 петель. И вяжем следующим образом. Кромочная петля всчитывается в клин. Это первая петля первого клина. Дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Следующие две петли первого клина, восьмая и девятая, провязываются вместе изнаночной петлей. То есть мы выполнили следующее сокращение в нашем первом клине. Вяжем далее. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Семь петель второго клина мы выполнили. Восьмая и девятая – это последние петли второго клина. Их мы провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали. Далее снова первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая снова вместе. И так мы просчитываем до конца ряда. Вяжем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую петлю. Восьмую и девятую мы провязываем вместе. Так мы будем выполнять до конца ряда. Если вам сложно просчитывать, используйте для ваших клиньев какие-то разделители. В следующей части мы с вами продолжим работу.